Человека. У нас в гостях писатель-сатирик Михаил Задорнов. Но американцы тупые! Какой хороший зал сегодня, надо же! Потрясающе! Вот я всегда верил в то, вот как все-таки наши шустро соображают. Вообще молодцы. Подождите, подождите, хлоп. А они у себя в Америке, они не будут смеяться над тем, над чем мы смеемся. Нет. Потому что для них главное патриотизм. Они с этим патриотизмом, честное слово, весь мир достали вообще. Да, и кстати, испанцы опубликовали разговор «Перехват в море». Я вам сейчас его зачитаю. Если я не засмеюсь, то будет хорошо, ладно? Потому что я первый раз читаю, еще не привык к этому. Тихо, тихо. Испанцы. Зарегистрированный разговор между испанцами и американцами на частоте экстремальной ситуации в море. Испанцы. Говорит А-853, пожалуйста, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения с нами. Вы движетесь прямо на нас. Расстояние всего 25 морских миль. Американцы. С вами говорит капитан корабля Соединенных Штатов Америки. Мы советуем вам повернуть на 15 градусов во избежание столкновения с нами. Испанцы. Мы считаем ваше предложение невозможным, неадекватным. Советуем вам повернуть на 15 градусов на юг, чтобы не врезаться в нас. Я не могу дальше читать. Американцы! Уже другой голос на повышенных тонах. С вами говорит Ричард Джеймс Ховард, командующий авианосца «Линкольн» военно-морского флота Соединенных Штатов Америки, второго по величине военного корабля американского флота. Нас сопровождают два крейсера, 6 истребителей, 4 подводные лодки и многочисленные корабли поддержки. Я не советую. Я приказываю изменить курс на 15 градусов на север. В противном случае мы будем вынуждены принять необходимые меры для обеспечения безопасности нашего корабля. Уберите с нашего курса, испанцы. Готовы? Сейчас наберите побольше воздуха в легкие. Подождите ржать. Тихо. Совесть вообще имеете. Тише. Испанцы. С вами говорит Хуан Мануэль Салес Алканара. Нас два человека. Нас сопровождают пес, ужин, две бутылки пива. Нас поддерживает одна канарейка, которая сейчас спит. Я не могу продолжать, честное слово. Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы находимся на суше и являемся маяком. Испанцы молодцы. Дальше. Испанцы очень замечательные, ребят. Сейчас вы испытаете гордость за братский испанский народ. Мы не имеем ни малейшего понятия, какое место по величине мы занимаем среди испанских маяков. Вы можете принять все свои факинговые меры для вашей безопасности, но если вы не свернете ваш факинговый Линкольн, разобьется о наши скалы. Друзья, да? Американцы во всем мире главные, а их президент — главнюк. Подождите, тихо! Внимание, фишка!